И ставим третий. Давайте, знаете что, давайте мы первый уже откроем. Опа, что тут выпало? Почему нам с Поки, с Лаки Блока выпал колодец? Да не почему у нас колодец посередине дома? А вы в курсе то, что есть, я сейчас кину туда монетку, и нам не повезет, и выпадет конченый какой-то колодец, то есть не исполнит наше желание, а наоборот взорвет тут все вокруг, то я и взорву свой дом, и взорву вот эти два покелаки блока. Будем надеяться, то, что этого не произойдет. Да! Да! Если ты не знаешь, чем заняться, если тебе скучно одинокими вечерами, то заходи, подписывайся на Twitch канал Онлика. Он делает очень часто стримы, общайся со своими подписчиками. Он очень интересный и веселый человек, поэтому заходи, тебе точно не будет там скучно. Как делишки, ребятишки, с вами Стивайдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов, где сегодня мы будем продолжать искать новых покемонов, открывать покелаки-блоки, прокачивать старых покемонов и также, ребята, пытаться найти новых покемонов. Все это вы увидите в этой серии. И если вы хотите видеть новую серию Пиксельмона завтра, если вы хотите, чтобы я выпускал видео каждый день, ребята, поставьте большущий палец вверх, потому что если на этой серии мы с вами сможем набрать 3000 лайков, то я обещаю то, что я завтра уже выпущу новую серию Пиксельмон. Если вы, ребята, этого, конечно, хотите, это очень просто, поставить лайк, если мы все дружно соберемся, каждый из нас поставить лайк, то 3000 лайков мы наберем за пару часов, и завтра же выйдет новая серия, да, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Также, ребята, рассказывайте об этом видео своим друзьям, делайте репост ВКонтакте, что самое главное, пишите комментарии, на самые интересные комментарии я, конечно же, ребята, буду отвечать. И знаете, что в первую очередь я хотел сказать, ребята? Поздравляю вас, хотел сказать, с Новым годом. Не с Новым годом, а с летом, ребята. Хоть сегодня у нас уже 4 июня, я хотел раньше поздравить, но я, ребята, не смог. В первую очередь, не смотрите то, что я такой красный, я просто сегодня на работе, ребята, вот смотрите. Это охренеть просто. Вот. Какой я тут, да, какой я тут. Это я на работе просто целый день был на солнце и так сгорел, то, что это с ума может сойти. Вот если посмотреть на мою руку белую, если посмотреть на мое лицо красное, красное, это просто можно с ума сойти. Вот, ребята, не смотрите, как будто я какой-то внук Деда Мороза. В первую очередь, ребята, всем желаю загара, всем желаю отдохнуть, всем желаю пойти на море, пляж, на озеро, на бассейн, ребята, куда угодно, потому что осень. Почему я говорю, то Новый год, то осень, лето, еще весны не было, ребята, лето, будем отдыхать, будем загорать, и хоть у меня, ребята, работа, то есть мне похрен, зима, весна, лето, осень, у меня работа, но все же, ребята, время для отдыха, поэтому, ребята, всем желаю отдохнуть на этих каникулах, потому что через 3 месяца опять учеба, поэтому, ребята, отдохните как следует, и давайте мы всех дружно поздравим, конечно же, в комментариях, ребята, всех давайте поздравим с летом, напишем, ребята, всех вам, всех вас с летом, или какой-то креативный комментарий, потому что, ребята, это действительно стоит того, потому что лето, это круто, да, да, и в этой серии, ребята, мы будем, конечно же, делать 3 покелаки блока, как, в принципе, обычно мы этим занимаемся, поэтому, ребята, знаете что, я уже немного приготовился, у меня есть уже 2 покелаки блока, и да, также у меня есть частицы для последнего лаки блока. Поэтому, ребята, мы сейчас все это будем совмещать. Нам нужно еще вот это скрафтить. Нам нужно кнопочки сделать. Потом нам нужно сделать 3 лаки-блока и превратить их в поки-лаки-блоки. Да. Поэтому знаете что, ребята, мы возьмем 3 редстона мы возьмем. И также нам нужно взять 5 алмазов, чтобы потом зачарить эти все, конечно же, эти все лаки-блоки. И давайте возьмем, конечно же, золото, потому что золото нам тоже очень даже пригодится. И знаете что, чтобы нам выложить, дайте-ка мне секундочку, я быстренько это попытаюсь все рассортировать и куда-то поставить. Потому что у меня прям охренеть какой бардак в этом всем, ребята, инвентаре. Так, ребята, ну вот более-менее все расчистил. Также нашел еще ультраболы, которые валялись у нас в других сундуках. Потому что я тоже при серии что-то там чистил. Также я, ребята, сделал немного стекла. А стекло нам знаете зачем пригодится? Затем, чтобы мы в этой серии наконец-то уже нафиг сделали компьютер. Компьютер, потому что это уже какая 20-я серия, у нас до сих пор еще нету компьютера. Ребята, в этой серии мы постараемся его сделать. Нам нужно также... Кстати, там же тоже еще редстон нужен. А, там вроде...
еще 4, 1, 2, 3, 4 нужно. Также там глустон нужен, еще добудем где-то 2 штучки. И в принципе все, в принципе все. Но в первую очередь знаете что, ребята, куда мы пойдем? Конечно же мы пойдем в шахту, мы пойдем, ребята, потому что в шахте нам нужно камушек взять. Камушек у нас, надеюсь, есть немного, но все же есть. И давайте возьмем, сколько нам нужно. 8 штучек пока что возьмем. Поднимись, камушек, обратно. Поднимись, вот так. И давайте быстренько сделаем, конечно же, где вот наши, покебольчики. Вот так, 8 штук, ребята. Сейчас нам нужно взять каблстон. Каблстона у нас... то хватает, камушка у нас хватает. Сейчас, ребята, давайте мы сделаем раздатчики, дропперы. Давайте сделаем 3 штучки. Потом с дропперов мы сделаем лаки-блоки. Вот они, ребята, 3 лаки-блока. Из 3 лаки-блоков мы, ребята, сделаем 3 поки-лаки-блока. Кто не знает, ребята, поки-лаки-блоки — это специальный, специальное дополнение для Пиксельмона, которое позволяет нам выбивать с лаки-блоков нужные нам вещи для покемонов. И иногда даже с них, ребята, выпадают, офигеть, какие нужные вещи. Иногда даже тут выпадают самые редкие покемоны, и это, ребята, офигеть просто как круто. И в этой серии знаете что, ребята? Так, тут у нас 12, тут у нас, давайте еще 24, давайте мы еще зачарим вот этот один и вот этот один. Вот так. И в этой серии, знаете что, ребята, мы, конечно же, опять попробуем словить Сайтера, хотя бы мы попробуем его найти, потому что это тот покемон, которого я хочу, ребята, все же уже найти. Давайте мы быстренько отправимся на бой, потому что в этой команде у нас есть Черизард, у нас есть Самурот, у нас есть Гротл, у нас есть Шинкс, водный, электрический, огненный и также травяной. Я хочу словить Сайтера, потому что он и обычный, и жучий. И потом у нас будет еще один тип, который я, если честно, пока что даже не знаю, кто это у нас будет. Но все же, ребята, мы потом посмотрим. Так, ну что, ребята, ставим первый, потом ставим второй и ставим третий. Давайте, знаете что, давайте мы первый уже откроем. Опа, что тут выпало? Почему нам с поки, с лаки-блока выпал колодец? Я не хочу, почему у нас колодец посередине дома? А вы в курсе то, что есть? Я сейчас кину туда монетку, и нам не повезет, и выпадет конченый какой-то колодец, то есть не исполнит наше желание, а наоборот взорвет тут все вокруг, то я и взорву свой дом, и взорву вот эти два покелаки-блока. Будем надеяться, что этого не произойдет. Да! Да! Да, мое сокровище, моя прелесть, да. Ребята, и фартануло, Я очень этому рад, только я до сих пор не представляю, почему мне нафиг выпал колодец желания с поки-лаки-блока. Пофиг, а пофиг, ребята, потому что... В первую очередь там же еще выпал, конечно же, маяк, который невозможно добыть в Пиксельмоне. Его просто-напросто невозможно тут добыть, потому что как вы добудете маяк в Пиксельмоне, если вы даже не можете, ребята, тут найти визера и просто выбить с него звезду ада? А? Ответьте мне на этот вопрос. Никак вы нафиг не сможете добыть вот это в Пиксельмоне. Но все же я рад, что нам выпал этот колодец. 25 алмазов. 60. Круто, круто. Смотрите, сколько железа, ребята. Круто. Знаете, в чем прикол? Кто до сих пор не смотрел Пиксельмон, вот смотрите, в чем прикол? Кто до сих пор не смотрел этот сезон Пиксельмон, посмотрите на вот эти ресурсы и поймите, то что за этот сезон я ни разу не ходил в шахту. Ни разу. Ни разу. Посмотрите на вот это чудо. Это просто офигеть. Знаете что, ребята, пока что я второй не буду открывать, потому что мне вот этого колодца хватило. Мне пока что его хватило. Сейчас я хочу, ребята, сделать себе компьютер. Но компьютер нам нужно еще глоустона. У меня только 2 глоустона еще нужно. Еще 2 глоустона нужно. Но я помню то, что у нас где-то тут покет-центры были. Вот тут. 882, 75, минус 41. Это покет-центры или что это? Надеемся, потому что тут вроде у нас спавнится... Да, вот, ребята, глоустон. Зашибись. Быстренько возвращаемся. Давайте в шахту сейчас пойдем. Вот в шахту скрафтим, ребята, блок глоустона, потом скрафтим лампу. Сейчас нам нужно сделать, знаете что, ребята? Нам нужно переделать вот эти 6 алюминия, которые я взял с нашего сундука, нам нужно переделать в пластинки алюминиевые. И нам нужно вот таких 6 штучек. Одну мы уже сделали, поэтому дайте мне секунду, ребята, я сейчас вернусь.
Вот я и закончил делать вот эти наши пластиночки. Поэтому смотрите, ребята, как у нас крафтится компьютер. Сюда мы ставим стеклянную панель, сюда мы ставим редстоун и сюда мы ставим редстоун лампу. И у нас получается вот такой красавец компьютер. Красавец компьютер. Мы отправляемся в дом 2. Охрененное название. И ставим компьютер куда-то вот сюда. Вот он наш красавец, мать твою. И у нас тут, конечно, еще никого нету, но все же зато компьютер у нас сделан, ребята. Вот кнопочки даже есть офигенные. Поэтому, ребята, это круто. Давайте мы откроем... Тентакул. Ты издеваешься. Нам выпал, мать его, тентакул с покелаки блока, который был зачарен на 24 удачи, и я на него потратил 2 алмаза. Хлопаю, потому что это жопа. И открываю последний. Что такое? Где я нахрен появился? Что я открыл? Ребята, кто мне скажет, что я открыл? Только не говорите то, что я дома какое-то дерево здоровенное заспамил. Так, я пойму, что тут нафиг происходит. Что нам выпало с последнего? Что нам выпало с последнего нафиг? Что я дома заспавнил? Что это за хрень? Что это за хрень? Это типа должен был быть алтарь. Это должен был быть алтарь какого-то легендарного покемона. Только алтарь почему-то не заспавнился. Нам, короче, ребята, выпал алтарь. Это, мне кажется, или алтарь Забдуса должен был быть, или это должен был быть алтарь... Молтреса. Но что-то оно тут хотело заспавить, но, как видите, не получилось. То ли или забагало, или просто-напросто у меня вот пол дома разнесло, поэтому мне нужно будет восстанавливать свой компьютер. Компьютер, который я построил 5 секунд назад, у меня уже его сломали. Я надеюсь, больше ничего у меня тут не сломали. Ребята, я сейчас это все, конечно, делать не буду. Я это все оставлю вот так. Но вы просто поймите то, что мне к началу следующей серии это все нужно будет убрать. Это охренеть, как много работы. Вот это все будет долбасить. Ну да ладно, ребят. Ну да ладно. Давайте мы отправимся домой и хотя бы поспим. Хоум. Да. Чё-то сегодня странное с лаки блоков выпадает. То обычно выпадают какие-то покемоны, а нам сегодня колодец выпал. Нам сегодня алтарь выпал. Нам сегодня тентакул конченый выпал. Но все же, ребята, я надеюсь, что нас сегодня больше не подведут. А знаете, почему не подведут? Потому что я в этой серии еще хочу найти Сайтера. Ребята, давайте все дружно возьмемся за руки и просто попросим Сайтера заспавниться. Сайтер. Миленький нам, миленький, пожалуйста. В этой серии нам не повезло на лаки-блоки. Ну, если не учитывать, конечно же, колодец желаний. Ну, повезло то, что хотя бы что-то нормальное выпало. То могло выпасть хрень какая-то. Или просто вообще полностью взорвать наш дом. Но все же, ребята, хотя бы с этим более-менее повезло. Но, пожалуйста. Мы тебя очень просим. Мы тебя очень просим, Сайтер наш. Сайтерушка. Сайтетурушка, пожалуйста. Ребята, а я, если честно, даже не знаю, когда он спавнится. Может, он вообще ночью нафиг спавнится. Или на закате он спавнится. Вот хрен его знает, ребята, когда он спавнится. Вот сейчас я вроде днем бегаю, и я, если честно, вообще никого не вижу. Я, если честно, вообще никого нормального не вижу. И это очень хреново, потому что тут реально могут заспавиться какие-то вообще нам ненужные нафиг покемоны, как в принципе они сейчас спавнятся. Недораины всякие. Я не знаю, нужны они нам вообще или нет. У нас есть Шинкс, это нас уже радует. Нам нужно еще 2 покемонов, ребята. 2 покемонов. И можно учитывать даже то, что мы сейчас, в принципе, Шинкса будем качать, и также мы Гротла будем качать. Мне кажется, Гротлу остался еще один уровень, и он эволюционирует. Поэтому сейчас мы Гротла, ребята, будем прокачивать. И также заодно будем Шинкс качать. Надеемся, то, что мы также ее сможем прокачать как можно лучше. Но, честно, мне кажется, в этой серии почему-то Сайтера не будет, или он действительно просто спавнится, ребята, на закате. Вот есть у меня такое ощущение. Поэтому, если он спавнится в закате, на закате, давайте мы пойдем в другое место. В принципе, я там вижу то, что еще заспавились какие-то покемоны, поэтому давайте мы быстренько туда слетаем, посмотрим, кто это такие. Хотя они вроде уже пропали, да? О-о-о, что я нашел? Не зря я сюда пошел, хоть, в принципе, мне это нафиг не сдалось, но все же пускай, ребята, будет. Сайтера. Языкатый! А какой ты, кстати, уровень языкатый? Ты вроде всегда большим уровнем был, как я помню, да? Гротл, дай нам...
какой-то, 31-й. Ну, не скажу то, что прям сильно супер-пупер какой-то большой, но... А почему у нашего Гротла есть водная атака? Мне кажется, он какой-то читер нафиг. Почему у нашего Гротла есть водная атака? Не представляю. Но нам нужно ему прокачать еще, ребята, хотя бы один уровень, потому что он вроде на 33-м должен эволюционировать. Как я помню, если я, конечно, хорошо помню. Ты какой-то уровень тут, зараза? А ну иди сюда, покажись нам. 39-й, 39-й, 45-й. Если бы вы еще друг друга тут не друкали, а дали бы нам вас убить, было бы вообще суперски. А, кстати, я тут больше никого не вижу. Так, Одиши! Одиши, Одиши, ну вы мелкие заразы, и в принципе у вас даже уровней нормальных нету, даже не шайни, даже не боссы, поэтому идите вы в пень. Вы долго еще друг друга дрюкать будете, а? Куда бы нам пойти? В какое бы место бы нам пойти? А в гнильном биоме, кстати, может быть кто-то нормальный. В гнильном биоме у нас никого нету, кого бы нам нужно было словить, поэтому куда бы нам, ребята, пойти? Дом 2, Забдус, давайте к Забдусу пойдем, может тут у нас сайт разосванится. Так, это... Да, это, ребята, был алтарь Забдуса. Вот у нас дома заставился алтарь Забдуса. Если честно, он нам нафиг не нужен, потому что... В первую очередь, алтарь мы уже нашли вот тут. Он, ребята, уже вот тут есть. Поэтому другой нам не нужен. Это я уже, ребята, смотрел. Не думайте то, что я это сейчас пропустил. Поэтому, ребята, другой алтарь нам нафиг не сдался. Был бы круто, если бы у нас там Молтрес... Не Молтрес, а... Кто там еще есть? Да, Молтрес заспавился, это было бы действительно круто, но... Если учитывать то, что это посередине дома, то это нифига не круто. Кстати, это наши ловушки, да? Да, это наши ловушки, которые мы там нафиг попадались. А, кстати, если нам хотя бы немного повезет, то мы тут еще что-то сможем найти. О, ну, хотя бы. Орб, пожалуйста, орб! Ну, да. Не орб, но сойдет. Было бы круто, если бы был орб, потому что, ребята, орб нам нужен. Если мы его сможем найти, то считайте то, что мы уже можем заспавнить легендарного, первого легендарного покемона, а точнее легендарную птицу Забдуса, потому что нам просто останется сделать электрический камень, и все. Ничего такого сложного в этом нету. А тут, мне кажется, никого не будет, как назло. И тут нам, тут, мне кажется, тоже, ребята, никого не будет. Ни покебола, ни... Не, конечно же, Лаки Блока. А было бы круто. Было бы круто, если бы был Лаки Блока. Кстати, там у нас еще впереди есть неоткрытая зона, территория, поэтому можем надеяться, то, что тут у нас что-то будет. Можем, конечно, это надеяться, хоть... Пожалуйста, ну хоть что-то в этой серии, ну пожалуйста. Лаки-блоки нас просто разочаровали, если честно, потому что я вообще не рассчитывал то, что нам что-то подобное с них вообще может выпасть. Алтарь нафиг нам выпал с лаки-блоки, это вообще что-то, это нонсенс какой-то. О, кстати. Так, нам соки всякие продолжают выпадать, которые нам, в принципе, в жопу не сдались, потому что... О-о-о, и там еще один, о-о-о, нифига себе, как они заспавнились. Один спортбол. Нифига себе, нам, ребята, спортбол выпал. Будем спортивными ребятами. Там, кстати, еще один. Диск выпало. Это что такое? Нет, я подумал, это бол, это покемон нафиг. И больше, если честно, я ничего не вижу. Больше, честно, ребят, я ничего. О, вот. Капут сколько вас тут нафиг. И из каждого всякая хрень выпадает. Вот именно не то, что нам нужно. Вот это прям, не знаю, шуточки, прибауточки какие-то. Почему нам выпадает именно то, что нам сейчас нафиг не сдалось? Так, я опять подумал, что это покебол, но это, ребята, покемон. Кстати, ты какой уровень, зараза? 37-й. Небольшой, но все же тебя можно убить самуротом, потому что ты как раз водный у нас самуротишка. И мы тебя используем для того, чтобы завалить нашего магмара. Пожалуйста, еще раз. Во, зашибись. Гротл, зараза, ты в этой серии эволюционируешь? Это что такое? Это блоки. Не знаю, ребят, у меня, походу, лаги в башке какие-то сегодня. Мне какие-то вещи мерещатся нафиг. То покемоны, то лаки-блоки, то еще что-то там. Ну, пожалуйста, дай нам 33-й уровень. Ну, почему ты так медленно нафиг качаешься? Пожалуйста. Ну хотя бы кенгуру, это уже круто, потому что они, в принципе, большие уровни, и надеемся то, что они нас не смогут убить. Давайте Чаризарда используем для этого, чтобы их завалить быстренько, вот так, и давайте еще вот этого убьем, и надеемся то, что будет 33-й уровень, пожалуйста.
Да, 33 уровень, смотрим на эволюцию, ребята, быстренько. И это у нас, конечно же, будет Тортера, мать ее. Тортера, это, ребята, еще одна новая эволюция в нашей команде, ребята. С чем я вас всех поздравляю, потому что это офигеть как круто. Давай быстренько эволюционируй, быстренько, я сказал. Все? Да, зашибись. И давайте, вот. Посмотрим на нее, вот, допустим, вот так. Офигеть, круто. Да, и, ребята, давайте будем отправляться домой. В принципе, я не знаю, как это назвать, дом или что это нахрен такое, потому что я, честно, пока что не понимаю, что у нас вообще тут происходит, что-то вообще непонятное. Что у нас вообще реально дома что-то заспалилось вот такое непонятное. Это просто охренеть. Поэтому, ребята, знаете что, давайте мы прямо вот тут будем заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Лаки-блоки действительно были какие-то необычные. Я надеюсь, ребята, то, что вы поставите большущий палец вверх, если вы, конечно, хотите видеть новую серию как можно быстрее. А я вам напоминаю, то, что если мы наберем 3000 лайков на вот этой серии, то я завтра же выпущу новую серию Pixelmon каждый день, ребята. Если вы, конечно, этого хотите, это очень просто поставить лайк. Если мы наберем и лайки, то завтра же выйдет новая серия. Да, ребята, также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, делайте репосты и, конечно же, ребята, пишите комментарии, потому что на самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. Ребята, еще раз большое вам спасибо за просмотр. Приходите на мой канал каждый день, потому что видео сейчас выходит каждый день. Они, в принципе, всегда выходят каждый день. Но сейчас у нас каникулы, ребята. Кто свободен, приходите, я каждый день вас буду ждать. Мне действительно будет приятно видеть вас на моем канале. И если вы будете смотреть новые видео, ребята, я всегда вас рад видеть. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.